Итак, мы с вами едем в город Торжок. Точно неизвестно, в каком году этот город основан. Ученые утверждают, что это было где-то на рубеже 10-11 веков. Первые письменные упоминания от 1139 года. Ну, при любом раскладе город Торжок старше города Москвы. Создали его купцы, которые торговали в Новгороде, в Великом Новгороде. И Торжок располагался как раз на пути между Новгородом и Санкт-Петербургом. По дороге в Торжок очень часто мы стали встречать вот таких симпатичных аистов. Просто невероятно красивые птицы. Опять река Тьма, о которой я вам уже рассказывал в прошлом фильме. Мы с вами совершим сейчас замечательную прогулку по чудесному, любимому мной городу Торжок. Я считаю, что если город Торжок отремонтировать, подготовить его к приему туристов, это будет серьезный конкурент для городов Золотого кольца России. Нужен только хороший хозяин. Александр Сергеевич Пушкин, проезжая несколько раз через Торжок, а ездил он из Михайловска в Москву, любил есть тут котлеты у Пожарского, так называемые. И сейчас там такое кафе существует. Вот вам письмо Александра Сергеевича Пушкина его другу Соболевскому от 9 ноября 1826 года. «Мой милый Соболевский, я снова в моей избе. 8 дней был в дороге, сломал 2 колеса и приехал на перекладных. Дорогой бронил тебя немилосердно, но доказательство дружбы всего священного чувства посылает тебе мой путеводитель из Москвы до Нового города. Это будет для тебя инструкция. Во-первых, запасись вином, ибо порядочного нигде не найдешь. У Гальяни или Кальони закажи себе в Твери с пармезаном макарони и яичницу свари. На досуге отобедай у Пожарского в Торжке. Жареных котлет отведай, именно котлет, и отправься налегке. Когда яшлебец дотащит Коломагу мужичок, то-то друг мой растаращит сладострастный свой глазок. Поднесут тебя форели, тотчас их варить вели. Как увидишь посинели, влей в уху стакан шабли. Чтоб уха была по сердцу, можно будет в кипяток положить немного перцу, лук маленький кусок. У податливых крестьянок, чем и славится Валдай, к чаю купи баранок и скорее поезжай». Вот такой был шутник Александр Сергеевич Пушкин. В интернете увидел стихотворение Виктора Васильева про Торжок. Мне оно понравилось, и я хочу его зачитать вам, потому что оно, в общем-то, по душе мне. «Люблю, Торжок, твои рассветы, реки Тверцы изгиб крутой. Ты для меня зимой и летом алтарь души Руси святой. Твоя судьба через столетия России матушке ладонь. Познал ты радости и войны, и не щадил тебе огонь. Под мирным небом расцветая, твоя душа, Торжок, жива. И на холмах красавцы храмы горят от солнца купола. Торжок, краса Тверского края, достойно в новый день идешь, в своих делах отчизну славишь и радость в жизни нам даешь. Люблю, Торжок, твои рассветы, реки Тверцы изгиб крутой. Ты для меня зимой и летом алтарь души Руси святой». Вот такой Торжок. Как видите, чудесный городок. Очень рекомендую. Приезжайте сюда всей семьей, и вы будете довольны. Посмотрите, какие фотографии от 1910 года. Это картина Горбатова. Город мало чем изменился. Такой же чудесный. Некой доминантой в городе Торжок является Борисоглебский монастырь. Его видно с любой точки города. Крупный мужской монастырь считается древнейшим в Тверской области. Из житийной литературы 17 века следует, что монастырь основан в 1038 году боярином Ефремом, бывшим конюшином киевского князя Владимира I Святославича.
Причиной, подвигшей боярина к основанию монастыря, было убийство святополком Бориса и Глеба, после которого он решил удалиться от светской жизни и заложить монастырь на берегу реки Тверцы. Известно, что в 1577 году во время правления Ивана Грозного к храму были пристроены два предела, а в 1607 году при взятии Торжка поляками собор сильно пострадал. Самая древняя из ныне сохранившихся построек является Веденская церковь, вот вы сейчас ее видите. Была построена в 17 веке на месте сожженной поляками старой деревянной. Очень большой урон монастырю был нанес пожаром 1742 года. Во второй половине 18 века началось возрождение монастыря. В 1785-96 годах на месте старого Борисоглебского собора был возведен новый, с тем же названием по проекту архитектора Николая Александровича Львова. В 1804 году была заложена надвратная церковь, колокольня, проект которой, по мнению исследователей, был тоже разработан Львовым. В советские времена, в 1925 году, монастырь был распущен, а на территории монастыря была размещена тюрьма строгого режима, которая находилась здесь 50 лет. После нее здесь разместился лечебно-трудовой профилакторий для алкоголиков, а в последнее время разместился Всероссийский историко-этнографический музей. Руководство музея приложило немало усилий для реставрации ансамбля, изуродованного тюрьмой. А в 1993 году в монастырь вернулись верующие, разделив помещение монастыря с музеем. Монастырь возрождается, и слава Богу!